Доброе время суток, дорогие друзья. Сегодня мы катаемся на бачате артиллерии, чтобы попробовать выполнить ЛБЗ. Так, сейчас посмотрим на миникарте, кто куда поедет, разъедется. Ну, мы всяко займем, наверное, позицию все-таки на 9-0, а точнее на D0, DE0. Так, КД у нас позволяет это сделать, переехать, встать, прицелиться. Благо, все нормально. Итак, выцеливаем. Мешается трупик. Ушел. Ушел лев. Да что-то вообще не заходит. Ну уже. Ну, хоть. Предпоследним снарядом у нас вошло во льва. Пытаемся помочь. Помочь обязательно. Ну, как так-то вот? Прям печаль какая-то. 3-5. КД 70 секунд. Ну, вверх у нас прорвали уже, сразу видно, очевидно. Ну, ничего, не стоит падать духом. Четыре, шесть уже. Хорошо, по СТ прилетело. СТ-1. Не путать с классом техники. Да, накрыл на 150. Это очень шикарно. Вот, вот это я понимаю. Вот это я кинул. Так, и так уже 6-8. 7-8. Выравниваем немножко. Хэвик. Ну, давай, картонны. Ну, что? Что-то не входит у нас вообще. Нет. Так, там у нас 54-ка. Помочь. На КД. Пока хоть переедем. 7-9. Счет-то неумолимо растет. Так, ну, 54-ка, надеюсь, все-таки заберет. Все, молодцом. Красава. Ага, еще вафелька. Да. Арта у них тоже не дремлет. Поэтому надо быть аккуратней. Так, мы еще и по засвету. Ага. Так мы еще и светим, товарищи. Замечательно. Арта светляк.
же, ну же, ну же, КД, КД. Ох, как хорошо-то вошло-то. Прям просто шикарно. Так, итого 10-10. Выравниваем. То не попадаем, а то аж сразу шот. Так, так, у нас еще есть несколько снарядов в барабане. Да ладно. Так, надо добить. Хорошо. Но уже на гусеницу. Ну, сажайте на гусеницу, господа. И будет вам счастье, как говорится. Так, у него КД, походу. Ой, замечательно. Но не помогло это пока ничем. Так, пока КД не забываем переезжать, двигаемся. Не стоим на месте. И обязательно маркируем цели. Ребята, это обязательно делаем. Возьмите для себя как скилл это, чтобы показывать, по кому вы атакуете, куда вы сводитесь и вообще. Это очень нужно. Так, так, Е-соточка, ага, забирают. Союзник разбился. Ну, с ума сойти просто. Это что-то с чем-то. Мало того, мы проигрывали, так он еще и решил полетать. 57-й крадется. Так, я тут его не достану. Он в низине. Так, нарисовалась арта. Ох ты, прям. Ну уже. Да что ты. Грилёчек, стоямба. Давай, давай. Ну, куда ты поехал? Ох, как хорошо же ты поехал. Замечательно, просто накидываем. Ну же. Нет, не попали. Ага, ползут гады, как говорится. 57 хэви. Ну же. Уже давай. Не подви. Ох! Просто шедеврально! Это просто эпичные снаряды входят у нас. Прям всех шутим. Красавец! 54-ка. Самое главное, живи. Сейчас осталась Е-соточка. Нам бы под свет. У нас КД. Эх, и мы на КД с вами. Обязательно маркируйте цели. Пускай ваши союзники видят, что вы не спите. Вы смотрите на карту, наблюдаете за передвижением врагов. Это очень помогает в бою.
Так, нам за свет, за свет. Мы откадышились. Странно, 54-ка не видит Е100. Это куда он так мог умотать, что его он не видит? Прям испарился. С ума сойти, дорогие друзья. Это просто нечто. Маскировка вкачана у Е100 настолько, что прям стоит позавидовать даже любому светляку. Так, ну пускай сейчас 54 базу берет. И тогда он всяко выйдет. Давайте подождем его. Где же это он? Так, как можно уехать было, что 54-ка не видит Е100? Вот он. Ну ничего себе. Ушел в город, походу. Так, так, так. Так, у нас 4 снаряда. Ну же. Ох, хорошо входит. Свет, свет, свет. Нам постоянно нужен свет. Замечательно. Еще два таких бы попадания. Нужен, нужен, нужен. Так. 200, 200, 200. Еще, по-моему, у него там 400 жизней. Свет. Да, 400. Шикарно! Затащили бой. Все красавцы.